вы оказались на нашем сайте, на нашей страничке в Фейсбуке или Инстаграме, скорее всего, это означает, что вас не оставили равнодушными дома, построенные из полярной сосны кела. Эти замечательные интерьеры, в которых точно подогнанные потолки из кедра, дубовые полы, мебель из массива ясеня и дуба, создают пространство, в котором хочется проводить как можно больше времени вместе со своими близкими и со своими друзьями. Позвольте в двух словах, в трех минутах я расскажу о том, как это у нас получается. Артель «Данил Макар и братья» возникла как идея строительства одновременно инновационных и традиционных домов. Я, Беляев Дмитрий, и мой брат Андрей Беляев, наши друзья Данила и Макар стояли у истоков компании. Сейчас в нашу команду за 10 лет присоединилось много уникальных специалистов и мастеров, которые по-настоящему любят свою работу и не боятся ставить перед собой задачи, недоступные для других. В их числе строительство, например, бани на Камчатке, где толщина снежного покрова превышает 4 метра, баня в старинном лондонском гольф-клубе, бревенчатая баня на колесах, которую мы экспортировали в Германию, и даже самый красивый в мире, в шутку, туалет, который, тем не менее, не в шутку получил премию «Архивуд». В этом году мы превзошли наши самые смелые ожидания и получили одновременно две премии, первое и второе место в архитектурном конкурсе «Красивые дома». Фокус нашего внимания на удивительном материале – сухостойной полярной сосне кела, которая дарит нашим заказчикам три важных преимущества. Минимальная усадка, которая экономит вам от 1,5 до 3 лет при строительстве деревянного дома. Второе – это аромат соснового бора, аромат стен, в которых нет краски, нет пропитки, нет антисептиков и других химических составов. И третье, наконец, это поверхность, созданная самой природой. Мы никак ее механически не обрабатываем, не шлифуем, не полируем. Она красива сама по себе. Мы используем в нашей работе только те деревья, которые природа сама нам отдает. То есть это высохшие на корню деревья. Мы не валим живой лес, мы не рубим живые деревья. Снегоходы, квадроциклы, другая мощная техника на нашем производстве и цех деревообработки, мебельная мастерская работают для вас, позволяя реализовать проект практически любой сложности. Заказчики, которые живут в наших домах и пользуются нашими банями, часто становятся источником наших новых заказчиков, и 40% наших заказчиков – это сарафанное радио. Мы чувствуем возросший интерес к нашему материалу и к нашей работе. Последние 2 года мы участвовали в 4 выставках за рубежом – в Германии, в Италии и в Чехии. Сейчас мы вышли уже на международный уровень и строим дома даже в США, в Европейском Союзе, в Казахстане и в Азербайджане. Вас ждет много интересного, если вы подпишетесь на наш канал. Поэтому не стесняйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем на связи!